середина В. Да. FL это ровно половина DC. Да, конечно. Ну, потому что если вы опустите из точки С перпендикуляр, то тогда... Заметим, что это прямоугольник. Да. И это средняя линия. FM это половина DC. Да. Так. Рассмотрим трапецию FMCD. Да. У нее основание относится к 2 к 1. Да, 2 к 1. Поэтому отношение отрезка M к пересечению FC и DB, вот здесь 2, 2, здесь 1. Вот, да. Отрезки, если провести диагонали? Да. Диагонали пересекаются. М и F. Да. И видно, что они относятся тоже к 2 к 1. Да, конечно. И наподобие треугольника. Да. А это и есть точка? Это и есть точка пересечения медиана. Потому что точка пересечения медиан делит отрезок DM как? 2 к 1 считается. Как 2 к 1. Отлично. Спасибо большое за решение. Да, это безусловно крайнее решение. Более того, если, что называется, понимать чертеж, то, конечно, именно так и надо решать. Но давайте я на всякий случай объясню, как эту задачу имело бы смысл решать, если бы вы, что называется, делали бы это на время, и не могли бы, что называется, долго искать, где там трапеция, где там что, где там... Ребят, есть стандартный, мощный метод решения, метод координат. Смотрите, в чем он состоит. Более или менее разумно выбираете систему координат. Да? В данном случае это что означает? Наверное, точка F хорошо пойдет в качестве начала координат. После этого просто смотрим все отрезки подряд, какие тут есть. Вот точка А, она слева. Значит, разумно обозначить. Минус А, 0. Разумно? Вот этот отрезочек обозначаем буквой А. То есть, на самом деле, мы решим в координатах задачу про подобие двух треугольников. Конечно. Вот, давайте вот этот отрезок обозначим Б, этот Б, это тогда будет тоже Б. И вот этот вертикальный отрезок обозначим H. Тогда смотрите, что такое точка D? Это точка с координатами 0h. Метод координат замечательный своей универсальностью. Огромное количество задач может быть решено таким образом более или менее без рассуждений. То есть просто мы выписываем подряд все координаты всего, все, что у нас есть на картинке. И, что называется, само получится. Впервые это было понято примерно в 17 веке, называют метод координат Декарта. Координаты называют Декартовые координаты. Ну, конечно, и не только он это понимал, это идея очень разумная. Вот. Итак, ввели точку D знаем, точку C знаем, точку B знаем. А теперь смотрите, что мы делаем. Мы пишем три точки. Точка F с координатами 0, 0. Понятно. Вот и начало координаты. Точка С с координатами 2B, H. Это тоже понятно? Вот она здесь. А мне теперь нужно найти координаты точки пересечения медиана. Ну, здесь вопрос, как это делать. Сложить, разделить на 3. Один ответ такой. Вообще-то, когда у вас есть любой треугольник, то точка пересечения медиан получается так. Нужно сложить все абсциссы всех трех вершин. Сложить ординаты всех трех вершин. Ну и каждый раз разделить на 3. Давайте я это покажу. Не хочу сейчас объяснять эту формулу, но потому что я потом по-другому еще расскажу. Но давайте покажу. Итак, у точки А какая абсцисса? Минус А, правильно? У точки Д абсцисса 0. У точки Б абсцисса 2b плюс a. Замечательно. Вот это надо разделить на 3. Теперь ординаты. У точки А ордината 0. У точки D h. У точки B ордината 0. Ребята, вот она. Точка пересечения медиан. Минус а и а дает 0. Поэтому получается такая точка.
2 трети b и h разделить на 3. Смотрите, начало координат точка 0, 0, 2 трети b h разделить на 3 и 2 b h. Так понятно, что эта точка в 3 раза отличается от этой, правильно? Значит, вот этот отрезок это 1 треть от этого, значит, они лежат на одной прямой. Вот этот вектор это 1 треть от этого вектора. Так, если вы не знаете формулу, в какой точке пересекаются медианы, тоже не проблема. Смотрите, что вы могли сделать. Вы могли сделать так. Взять координаты вот этой точки. Точка М имеет координаты В, дальше что? 0. И сказать, что вам нужно вот этот отрезок разделить в отношении 2 к 3. А что значит разделить в отношении 2 к 3? Это значит, надо взять вот этот вектор dm. Что такое вектор dm? Это сдвиг направо на b и сдвиг вниз на h. Да? Вот. Взять от него 2 трети. Легко. 2 трети dm это 2 трети от b и минус 2 трети h. Да? Вот. И еще надо его отложить от точки D. Для этого нужно еще D это 0H. Здесь прибавить 0, а здесь прибавить H. Ну вот как раз у вас и получится 2 трети B и H разделить на 3. Поняли? То есть метод координат эту задачу, разумеется, решает. Хотя, конечно, вот эта идея про подобие, она абсолютно разумная.